Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Денечка, что нам сказать? Привет. На каком вы канале? На Бетон. И сегодня у нас очередной развивающий ролик. У нас сегодня очень крутая игра. Игра, которая позволяет развивать геометрические навыки, тренировать цвета, внимание. В общем, очень полезная игра. Желаю и советую всем ее попробовать обязательно. А это зеленый. Мы сейчас продемонстрируем. Значит, у нас вырезаны геометрические фигуры. Динь, какие у нас тут фигуры есть? Расскажи нашим друзьям. Что у тебя в ручке? Овал. Овал, правильно. Какого он цвета у тебя? Красный. Оранжевый. А, красный. А это что у тебя в ручках? Квадрат. А это у тебя в руке что? Пятиугольник. Разве пяти? Это трапеция, значит треугольник. Это разновидность четырехугольника такой, трапеция. Четырехугольник. А вот это что за фигурка? Пятиугольник. Нет, это ромб, тоже четырехугольник. Пап, покажи пятиугольник. Пятиугольник? Пятиугольник. Ну вот, друзья, это в принципе игра тоже по Монтессори. Тут, как мы уже сказали, геометрия, цвета и внимание. У нас несколько больше геометрических фигур, чем этих фигур, изображенных в окошках на подложечке, на распечатанной. Все просто. Игру можно найти в интернете. Вы просто печатаете подложку под фигуры и, соответственно, фигурки. И ребенок играет. То есть цена вопроса практически нулевая. День, ну что, давай попробуем разложить на подложку фигуры. Да. Вот это у нас что такое здесь? Овал. Ну, круг у нас это, а не овал. У нас здесь есть красный круг? Правильно. Клади. Клади. Так, одно окошечко мы с тобой закрыли. Помните, как в Монтессори окошечки закрывать различными фигурками? Вот это очень похожая игра, это просто простой вариант, бумажный такой. И посложнее, потому что здесь больше разных фигур. Так, хорошо, а рядышком у тебя зеленого цвета что? Квадрат зеленого, а внутри белый треугольник. Правильно? Но нам, чтобы получить квадрат полностью закрашенный, надо такой треугольник вложить. У тебя есть треугольник, который подойдет вот сюда? Чтобы такого же цвета был. Нет, подойдет. Но это подходит, это красный день. А нам надо с тобой получить сплошной зеленый. Сплошной зеленый квадрат. Вот. Так. А здесь нам надо получить сплошной желтый квадрат. Значит, какой фигуркой мы закроем с тобой окошечко? Умничка. Так. И дальше смотри, дальше у нас какая фигура идет? Давай, у нас еще поиск работает, друзья. Пятиугольник. Это разве пятиугольник? Нет, четырех. Четырех. Это разновидность четырехугольник, трапеция называется. Где у тебя? Это пятиугольник. Это пяти. Куда его надо положить, раз ты уж его взял? Где не будет его. Клади, правильно. Не будет его. Почему? Я не буду этого держать. Ну хорошо, держи. Ну ты показал, молодец. Ты куда надо положить? Так, а сюда-то что? Четыре. Какого цвета? Смотрите, друзья, это еще ассоциация, да? Чтобы у нас синий квадрат был закрыт, надо положить синий трапеции. Динечка, а ты правильно положил? Да. Разве да? Ну-ка подумай. Надо, наверное, развернуть. Умничка. Это опять же сочетание форм. Игра на формы. Мы уже матрешки вкладывали, большие в маленькие, да? А здесь мы что делаем? Вкладываем одни фигурки поменьше в большие фигурки. Когда будет вторые фигурки? Смотри, вторые фигурки. Вот это вот что у нас с тобой? Овал. Овал. Какого цвета положим? Клади. Так, дальше у нас что идет, смотри. Квадрат. Квадрат. Какого цвета? Синий. Клади. Где у тебя синий квадрат? Умничка. И главное, вот надо же действительно искать. Искать надо нам, да? День, вот мы сейчас размешаем, все перемешаем. Ты... Смотри, треугольник какой дальше? А этого. А это куда? Это тоже, это что за фигура? Пятиугольник. Да, и куда его надо положить? Не будешь кладу. Тоже не будешь кладу? Ну покажи всем, куда его надо положить было, но не клади. Так, это куда положить надо? Не можно. Ну ты просто скажи, вот куда фиолетовый пятиугольник надо положить? Вот. А это раз фиолетовый? Так, правильно, оранжевый надо туда положить. А фиолетовый куда? Не хочешь. Ну не хочешь, просто покажи, куда бы ты его положил бы. Ты папе бы отдал, да? Друзья.
друзьям отдал бы. Друзья, приезжать забирать пятиугольник. Ну и что? А вот здесь на поле ты куда положил фиолетовый пятиугольник? Не положил. Ну показывает правильно, да. Денис не положил бы, но показал давай правильно. Сюда поставить четырехугольник. Смотри внимательно. Посмотри на поле, есть ли у тебя зеленое поле? Ну, правильно. Молодец. Так. Что еще? Вот у нас, смотри, овал здесь есть? Нет. Правильно. Нет такого овала. А красный овал есть? Нет, один круг. Круг. Хорошо. А здесь есть место под желтый круг? Нет, да? Это же игра на внимание. Это поле без желтого круга. Клади его рядом с пятиугольником, с оранжевым. Так. А смотри, еще у тебя синий треугольник лежит. Его можно на поле положить? Ну-ка, смотри внимательно. Куда ты его положил? Правильно. А красный треугольник? Где у нас красный? Еще нашел овал. Хорошо, где овал? Ищи овал. Где у тебя овал красный? Вот он, клади. И все. Все? Да. Разве все? А ромб у тебя есть на поле? Четырехугольный? Нет. Как нет? Ну. Вот, а где он у тебя вот тут вот лежит, посмотри. Есть ромбик? Нет. Как нет? Четырехугольный ромбик есть? Посмотри внимательно. Нет. А это что ты держишь в ручке? Это что такое? Это... Что это? Четырехугольник. Четырехугольник, разновидность ромб. Ну, клади его на поле. Все правильно? Угу. Давай, нам осталось с тобой кружочек и квадратик из того, что мы не использовали. И красный треугольник. Посмотри внимательно. Клади ромбик на его законное место. Так. Смотри, у нас есть розовый круг, Динь? Да. Где у нас розовый круг? Покажи. Так, куда его положить? Ну-ка. Ну-ка. Смотри внимательно. Куда его надо положить? Умничка. И все, у нас остался треугольник красный и прямоугольник оранжевый. Посмотри. Такой момент истины. Что должно лежать? Что вот здесь должно в этом поле лежать? Да. Вот он, правильно. Это как называется фигурка? Прямоугольник, совершенно верно. И последнее поле не заполнено. Пятиугольник ты не захотел класть? Но... Пятиугольник не кладем. У тебя еще что осталось? Вот это что такое за фигурка? Красный. Это четырех. Это четырехугольник. А сюда надо что положить? Квадрат. Разве? Так, ты близок к истине. Умничка. Это как фигурка называется? Квадрат. Разве? Смотри. Как квадрат? Что это за фигура? Давай не будем. Это треугольник, день красного цвета. Пускай она будет. Не будем класть, хорошо. Но мы, в принципе, друзья, все поле разложили. И даже знаем, что такое пятиугольники. А такая вот замечательная игра, это методика Монтессори, тренировка понимания, логики, геометрии, цветов. Очень здоровская, так что всем советуем. И главное, что она практически бесплатная. Ну а мы на сегодня с вами прощаемся. Впереди еще много полезных, интересных роликов. Ставьте на пальчики вверх. День, как пальчики вверх? Фигурами, да. Фигурами? Давай, фигурами. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои полезные комментарии. До новых встреч, пока-пока. И поцелуй. Спитайки свои. Давай.